Ой, а можно вообще увязок с утра почистить? И там встретить кошатницу? Да, ну, усложняет. Пошли на это. Согласен, согласен. Зачем она надо? Корни накиньте на этого типа. Пока, юзер. Давайте аккуратнее по сумрачкам не ходим. Если кому-то они нужны, то нет, естественно. Но это редкость, которой шмотки нужны кому-то. Вроде бы, насколько я помню. Какие шмотки? Кто-то пошел по сугробу. Да, у нас тут подкрепление вышло. Идеально, дай мне иннер. У вас пахнет все прот. Да, не могу. Слишком сложно, да, кнопочку нажать. Понимаю. Так, 2К и берем. А, слушай, запы, так это, ну, а где они? Они у меня, что ли? Ну, скорее всего, запы имеет в виду с Кадира. А, слушай, spell bound, он roll кинул. А куда я запы эти делал? А их вообще, получается, никому не отдал, да? Да. Погон, сейчас я за ними сбегаю. Я сбегаю за ними. Не, если никому не надо, просто пару отдается и все. Я... Ну, не все шмотки. Ну, не все шмотки, да. Ну, честно говоря, большинство. Я думаю, 226 уже так можно отдавать спокойно. Мне тоже так кажется, что там. Потому что сейчас 232-й Каражан. Вот 239-й и ПГП, да. Там часть актуальна. Я 226-м буду рад. Литл, ты всему будешь рад, блядь. Да ты видел мои охуенные трини? Корнес, просто ауру. Шкаф поставьте. Я потихоньку ковыляю. У нас там Романов пока что. Что-нибудь писал? Ну, я тут. Идеальный, спрашивай, что там. Доставит оно такой красный кружочек, типа маркера такого, на определенные спеллы. Мне его убрать надо. Бля, я тебе так прям сейчас и не объясню. Ну, там типа, я понял, о чем ты. Это либо дотка, либо снятие болезни, либо щит. Из этого раздела. Красный кружочек. Так это на Кумагро, наверное? Да не. На омоложение... Это понял, типа в бафах, и ты там выбираешь этот. Ну вот я вешаю, у меня иконочка омоложения. Ой, или в дебафах. А, типа отображать этот. Отображать иконку. Чтоб он не просто так и. Короче, давай этот идеальный после рейда. Это потом, да. Сейчас уж придется терпеть. Пул рыбов дайте. Так, давай, терчик. Все, поехали.
Ну, давайте, подожди, не агри. В центр заходим, да. По краям сначала убиваем РТД. Вспышки. Бегать не забываем. Из стороны в сторону. Прыгать тоже работает. РТД к огню. Можно Геру. На пулы сдали? Было проскол, был проскол. Был у него. Мастера. Зашли обратно. Добиваем. На колпы забейте, просто в босса доиграем, все. Нормально. Давайте два токена. Он и запястье крит хостовый. Каждый раз падает. Не знаю, Фераут сейчас нужен. Ну, в принципе, окей, предполагал. Кто аура? Или кто, кого-то мобов согрели? Да. Да, там два. Давайте запястье. Крит хаст. Олик. Карнет забирает. Пятый моба. Сейчас тут три токена Навара. Токены, которые уже никому вообще не нужны. Вообще никому не нужны. Нужны 202-му вару, который хотел вагоном. Купит ЗО, да? П9 его сразу. А что вы так сейчас пойдете, потом поменяйте кристаллы, продадите. Хорошо, у меня будет распылять все это. То, что я просто вендору продаю весь шмот. После рейда. Голдой не делишься. А рыбу мы на чьи деньги ставим? На твои, что ли, или они... Я вообще-то, да, на свои. Не, ну я не тебе, я... Не, это понятно. Пау Престок токен нужен кому-нибудь? Все, все стакнули здесь. В углу. А, да, баба идет, ребят. Девушка. Печеньку стали, быстрее. Девушка? А мы как эти, как гопники в подвороте, сейчас из-за угла выйдем. И сумочку своруем. Гоп-стоп. Девочки, мы вы упали. Все, клеймем сразу. Только так. В точку. Все в печеньку. Кто там стоит? Тот, кто КП утонул. Босс, поверни к нам, блять, оно он. Стой с нами. Это был не слаг, это было целенаправленно. О, но меня не прохилили. Я от бафов умер. А, и меня шотнуло. Ну да. Бэр. А как можно, типа, оставить битевый рау и не отойти? Ханту. У меня, например, на ханте. В упор, трапу ставишь, и пока питомцы босс, набирают, ты просто ауешишь. Питомцы все его сыграли, стан дайте.
пытаемся выходить, пят умирает. Вышли, 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 вышли. Вал. Давайте в метке квадратик стоим примерно. Вал, кто АФК? Ален Ферри. Будлик раскол. Тихо. Корне, сальву босса. Не сразу сообразил, что-то хочет, но... Еще раз питомца, защитника. Пошли. Полюшка распал. Назад, 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 просто отходим. Все, босса доигрываем уже. Насколько быстрее стало с ДПСом, да? Да, плюс-минус так. После нерфа я бы не сказал, что у вас сильно там ДПС по девятом вырос. У меня относительно второго статика заметно. Ну, второй статик там отдельная история. Стоп-паун, сальву, ванаун босса. Вар, вторая патня. На защитника просто забейте, стан дайте ему. Добиваем босса. Осколочек. Сколько еще до Волонира? 5. И Йокхэм. Блять, я не то рольнул, пацаны. Я что-то думал, что это кастовая, сорян. Я так и понял. Я увидел. Что там крит хаст, да, 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 и все. Самое главное. Больше ничего не надо. Да зато как я обрадовался, а? Ну прикинь, пушка падает, еще никто и не ролит. На пульте у меня, блядь, пиздец какие-то. Все бьют разных мобов. Ты же попал, брат. Не башь. Да, но у людей уже это четвертое, а у меня, блядь, а, хуйня какая-то. Поменяй. Он же не ДК. Чисто АУЕ, давай, ебашь. Или у тебя не в качестве. Так смотри, они типа, ну, мобы до меня не доходят, чтобы до АУЕшку попасть. Они в корнях стоят. Ну да, согласен. Да, я кинул, когда он нам не был. Да зачем локу Т4? Ну вот правильно, Гудлик, вот тебе не зачем. Вот и не руль, блядь. У меня и так ДПС как Т4. Можно сказать, зачем одеваться, если надо раздеваться. Зорки, я тебе говорил, блядь, надо не лутаться, наоборот, ЕП как идти, блядь. Зачем умываться сегодня? Что ты будешь с ним делать? Ничего. Это типа, он не лутается, у него... Перекур в 11 лечивается. Да, перекур, ребят. Если ты топ один, то ты можешь? Чистим, будет у нас 2 минутки, пока я буду метки ставить. О. Если ты топ по приору, плюс 2 кдпс дает. Бля, там у дуата вообще голова Т4 ебашит, походу. Пошли, пошли, пошли. Лангрис, зайдешь, возьмешь МК? Не, пусть кто-то другой возьмет, я быстро покурю. Хорошо, Бутер, возьми звездочку. Угу. Взял сразу.
Литл, а где 14к ДПСов трэш? Мало трэша. А ты хотел, чтобы тут 30 мобов было? Хотя бы. Ну как в каре. Да в каре Литл тоже не особо в трэш дамажил. Вот тут не надо. Но он демон просто. Просто демон и все. Так, друид, а ты шаришь, как здесь танчить? Угу. А какие пати куда? Знаешь, еще не надо. Да. Просто. А точно 12 донт на VIP меньше? Я 12, еще нет. Еще не точно. Это я так на глаз поставил. Обновляю контроль. Здесь я достаю сейчас. Зорк, иди в звездочку. Донт. Всем привет. Иди в квадрат делай. Ну, ты мог погодить, хорошо. Там этот, сова стоит в этом. Угу, я понял. Кто там? Ну, с крестиком есть, конечно. С квадратиком тоже есть. Какого я далеко поставил? Ее тайф зацепит. Да. Ой, возьмите еще раз это. Спасибо. Да чуть больше делать, чем 11. Да я до 12 делаю. Ой, да, чуть больше, чем 12, я имею в виду. Плохо, да. Здесь нет еще. Ой, не, Дон, точно плохо. Почему? Ну, здесь достанешь. Вот я сейчас сову возьму. Ну, да ладно. Не, да, вот так. Подальше. Дон, присумоните, я спек сменю. Не, в кружке, по-моему, рейжа. Ты чё? Да близко очень. Мне танка нужно иметь хоть какую-то возможность делать шаги. Ну там цикл, там тайфун будет бить ее. Да у нас хилы, блин, в Т9, прокилят все. Ребят, поменяйте кто-нибудь на контроле, я тоже покурить хочу. Сейчас Лангрис подойдет. Или неутомимо, если тут? А, неутомимо, если тут, то возьми МК, пожалуйста. А вообще, на самом деле, можно просто покорение. Ну или трапы. Отпускай, короче, там трапы стоят. Сейчас я пока буду все рисовать, то куда. Я отошел тогда. Угу, давай. Солгалона вроде. А кто у нас второй танк? Мишка? Медведь. Сова?
Мишка, ты в комнате был, знаешь как? Да, везде был. Фул контент. Да, окей. Тогда в комнату пойдешь. Слышь, Донт, мне где стоять? Это Польшка говорит. В комнате или... Еще не было анонсов. А, пока нет, что нет, я сейчас на бумажечке пишу. Да, секундочку. Ну, я обычно, я когда расставлял, здесь... Сколько у меня получалось? У меня получалось, на РНЖ бегают три челика, которые понимают, как бегать, у которых какие-то блинки есть или сейвы. И по три тела в метках. Обычно у меня... Так и есть, так и есть. С танками один милик стоял, в лицо бил. Не, это не имеет смысла. Ну, чтоб 4. Их танки не отходят от молнии, мельник это может забрить в секунду. Сейчас его понерфить вообще жестко. Угу. А кто знает разницу между ряженкой и варенцом? Отличный вопрос, но непонятный. Я просто задался таким образом. Что думал, какая разница? Я даже не знаю, что значит второе слово. Варенец? Ну, такая же хуйня примерно. Ну, что-то там с топлёного молока делается. В духовке топится. По меткам давайте. Квадратик у нас пирекс, протест, плюс стоит моб. Давайте моб будет у Ангриса. Крестик. Unknown, Duat, Кимсик. Звездочки у нас Void, Hero Stanchet, плюс моб Бутера. В Луне у нас, соответственно, стоит Лангрис, Бутер и Карнес. В треугольнике Sky, Кубок, Фаерлина. В печеньке идеальный Айнан, Полюшка. В ромбике неутомимая Зоркий, Гудлик. В черепке у нас остается Spellbound, Тета, Мягко и Валк. Кого не назвал, пожалуйста, плюс чатик. Хант, мы с тобой бегаем. Ну, ты просто бегаешь за мной примерно, плюс-минус. Я на себя поставлю звездочку. А, ты мы бегаем на РНЖ, там, где нет ливня. Близзарда, короче. Моб в звездочке, Бутер. Да, ты в шипешки сами стоят в Луне. У Лангриса моб в квадратике, у Бутера в звездочке. Когда у вас там заканчивается МКшка, за пару секунд говорите, чтобы танки забирали моба на себя. Он не убегал, хуй знает куда. Сейчас по местам своим, по меткам встаньте, сориентируйтесь. Когда вы будете со второго этажа спрыгивать на арену, сразу заливаем мобов, встаем все по своим местам. Рос, ты стоишь в звездочке, друид, агришь босса и идешь в череп. Да я, не, я заберу, я поставлю босса. Мне проще будет поставить. Так ты, короче, ладно, хорошо. Давайте сейчас эрчек. Встаньте все по своим меткам, посмотрите, у вас там рядом, типа, максимум. Я не знаю, где. Альфа, ты бегаешь по кругу, то есть ты к меткам не подходишь. Ты как маг с блинком. Очень просто вместе с хантами забыл. Двигаешься. Забыл. Ну да, да, маг. Вне меток, раз. Главное к меткам не подходить. То есть вы двигаетесь, убегаете от Близзарда просто по кругу. Смотри, ты плюс-минус вот где звездочка. Примерно вот здесь. Потому что ну сюда будет меньше всего лететь. То есть если я вот... то вот этой вот башни, которая слева идет по земле молнии. Ты так, почему в ромбике только два человека? Вот этой, от вот этой колонны переходишь к вот этой колонне. Тебя здесь не заденет. Ты, соответственно, то же самое делаешь с другой стороны. А,
вынеси на себе на этот на панельку щиточек от фрост магии, потому что будет бить фростом Blizzard. В ромбике у нас стоит неутомимый зоркий Гудлик. Гудлик, ты в ромбике услышал? Этот, окей, смотрите, на сверху у нас остается Лангерис Букер, это из кастеров. Кого еще докинем сюда? И хватит нам? Пирекс, ты в квадратике. Так, у нас наверху остается... Лангерис Букер и Айнан. Все остальные в комнату. Лангерис Букер, Айнан... Да, нам хватит. Надеюсь. Кого может быть еще? Где мы нас? Не надо, хватит. Окей, хорошо, давай. Сколько, 6 ДД, что ли? Почему 6? Или во второй пати, и в первой пати Локмак тоже идет. Не, они туда идут в комнату, да, ладно, Локмак идут. Ну, 8 нормально. То есть тут только милики остаются и 2 шипачки с этим, с Адемой. Манов, ты идешь в туннель? В туннель у нас хилит Корне Сова. Все услышали? Да, это мягко. Все, поехали. Отпускаем-ка. Фласки перепейте, не забудьте. Сейчас. Работа. Гудлик, а тебе только ДКшки в Т4 помогут. Без Т4 ДКшник помогут. Соло, да. Пачку нет. Завоевать. Сразу соберите. Квадратик поставил. Налево все. Быстрее. Еще один завоеватель печенька. Побудите. Заходите все. Быстрее. Питомцев заводите тоже. Сбил. Хочешь ДПС? Не отступать! Уничтожить их! Чтоб метку перебежать, МК сбрасывать, да, придется? Ну, так тогда не спрыгнут. Да, чтобы метку перебежать, нужно МК сбросить. Побудите. Метки печенька и квадрат не бьете, осторожно. Я успел. Сдохну. Печеньку заберите. Лангрис, ты тут? Кто там с печенькой или бутер? Беру. Я с этим. Квадратик. Ну, не бейте квадрат, стоп ДПС. Прохильте квадрат печеньку. Мы их сильно продамажили. Вы этого задотаете, да? Все, они заходят уже. Готовимся. Еще одна. А где мобов держать? Каких мобов? Лангрис квадратик, бутер. Да. Лангрис квадратик, бутер, звездочка. Че, ставим, че в череп? Я заберу, Мишка. Завоевателя в луне. Все, отпускать, перебегать? Да, отпускай, перебегай. Только сразу возьми. По местам встали, по меткам своим трэш залили. Свидетель. Фейка, чуть дальше пару шагов, раньше не держим.
Весь трэш на мне просто сидит и все. Карназа, поднять. Геру, давай в трэш доигрывай. Трэш залейся. Мишка, забирай, короче, пока этого держи босса. Поднять. Метки смотрите. 5 секунд буду перекастовывать МК. Квадрат. 3. Кастую МК. Аху. Кастую. Скорость, сверни свою метку. У нас 3 человека. Бегай, блядь, туда сюда. Ты хоть знаешь, что значит драка? Печеньку наберите. Беру. Мишка, сейчас Берни Корнеаса. Только не вставай, Корнеас, не вставай. Олюшка, отойди оттуда, блядь, дурачок. Сейчас вставай, Корнеас. Цепуха была, не повезло. Да. Инер в холле пала. Скай тотем. Скай тотем. Неутомимая гимн... А, все ты давал. Скай тотем поставь. Заберешь, я дам им. Квадрат. Что-то хуя слегло, еще бить 9 лям. Квадрат. Все, ну, все хорошо, будет. стоим, меньше фода. Давайте свои собственные дефы на молнию, если вас пойдет. Печенька, аккуратней. Нормально. Надо прожимать, Мишка. Сейчас, блядь. Okay. Есть у тебя капли по мне? Да. Давай. И возложение, да. Ну, дал, точнее. Короче, держись пока под каплей этот, я заберу себя как смогу. Ну, вообще перефас кап. Отпустишь моба за ким на 2 секунды, просто чтобы баф был. И возьми еще раз моба. А сейчас дал друида. Все, забирай с меня, у меня через 10 секунд прожимка будет. Забирай. Мишка, забери. Друг. Да, блядь, давал там. Быстрее. Поднять. Поднимайся. 300 тысяч, добиваем. Вот раздайте ГП людям и все. Да блин, хуёво с трэшем получилось. Да, и с трэшем хуёво. И... Очень это... долго. Много сильно слегло. Убили, считай, без 10 человек. Нормально, сейчас убьем, блядь. Да, все забыли уже, что это такое. Я... Ну и тут много новичков, я вижу, типа, сразу умерло. Дуат, Кимси, каким образом, где вы стояли? Ну, я вообще игра в конце крафта. Ну, так, там умерли в нашей метке, нас этой молнией цепной жахнуло, и все.
Ну вот, значит, где-то кто-то что-то не там стоял. Ну, мы стояли правильно, и я, и Кинси. У нас два труба прям наши в одной точке стоят. Посмотрим, сейчас будет нормально с трэшем. Типа, смотрите, в чем фишка? Вам нужно в приоре убить трэш, не нужно вливаться в Торима. Зачем это делать было? Вообще его трогать нельзя. Типа, убиваем сначала трэш, потом все свичим. У нас гера идет, когда трэш умирает. Надо по таймеру просто смотреть, если мы успеваем нормально по времени. Нужно сначала им трэш добить, а потом босса спулить. Кто его там пулит. 20 секунд там еще было. Ну, надо было добить. Инры все в КД были. Все, сейчас метки не ставим, просто фулл ребаф. Заходим. Все то, на тех же метках все. А сейчас был этот... СС был на людях? На этом трае. Сейчас СС раскидать на... Ну, на танках был, а на хилах. А кажется, ДДшники умерли. У меня есть статис, Сиша. Да все нормально, сейчас просто с трэшем не будет паники вот этой. И не начнут люди по тупому вздыхать. Поставил. И этот, присты, смотрите, когда у вас заканчивается МК, отводите своего моба к воротам. Вниз прям, да. Чтоб он пока бежал, типа я его успел или стаунтить, или этот. У меня разница между спадом и... Не проканает. У меня 1.5 секунды уходит на то, чтобы переставить МК. Ну типа мне сказали гимн сдать, я и сдал его. Вот он побежал моб куда-то никуда. Бафу дать? Гимн меня... это было такое. Меня в целом не успевал особо ничего сделать моб. Его сразу ребят, ну, МК ребят. Будлик. Приста баф дать? Все, поехали. Аспект. Хера, блин, он дамажит. Трэль. Рычаг. Будлика довольно легко удивить. Угу. 20 тысяч. Это в слоу таргет. Но вы? Что это? Где я? Мой повелитель! Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Налево. Направо. Бегайте все. Так, что, блядь, я больше не буду танчить с этими варами. Нормальные пацаны налево не ходят. Чувствую себя, как будто, блин, люди полутали на ДД Т5, а на танках нет. Это так и есть. А если я сейчас релок сделаю, меня не выкинь? Выкинь. Двух завоевателей взяли, ромбик и второго. Постой, вот эта хуйня прилетела. Все, взял. Не бейте квадрат.
хочешь ли вот говорим? Мы подходим. Сначала все в центре приземляются, добивают трэш. Все, Миш, потанчи трэш, я поставлю Торима. Все, мы по местам разбежались. Этот трэш не трогайте, квадратик. Возьмите МК. Беру. Все, по местам беру. Частицу одну беру. На Мишку повесьте. Корне основные частицы, а этот... ну, короче, сейчас уже нормально все. Встань в метку. Все, короче, я пока не буду тебя забирать, тебя все равно этот дебаф ничего не дает. Давай я бывал с собой. Кул ребаф дали, пристабаф. Забирай Торима. Если вы в Blizzard, не забывайте Frost защиту включать. Да, она стоит. Так, Мишка, Иннер в Корнеаса. Фридом, Фридом. Ой-ой-ой, не успею. Успела. Скай, ставь тотем. Скай, тотем, неутомимый гимн. Полюшка, блядь, не бегай так. Уронил человека сейчас. Умница. Ну а я что тебе сделаю? Я отбегал от лучей. Стоп. Это не так делается. Залили сейчас все квадрат. Вот. Стоп лут, залили все квадрат, быстрее. Отбежали. Залили ромбик. Инров нету. Нихуя, все пиздец. Кто убил этих престолов? Ну, одного пуренька получается. Ну, со мной, который не выбежал. Вот я вижу, типа, Пирекс, блядь, лежит не в метке, тоже, поближе подошел. Не, прошибает. Блядь, ну нельзя, престы не должны умирать. Ну вы чё? Смотрите, кто тут ни разу не был? Кто вообще не понимает, как выбегать с меток нужно? Буквой Г, как в шахматах, конь ходит. Ровно по линии молний, которые летят и вправо, или влево, в зависимости от ледяной этой Близзарда. А один моб в контроле был или два, чуть не заметил. Локи телепорт просто ставьте. Я что-то сам забыл.
Может, приступ череп поставить? Вот там, именно. Там Blizzard. В черепе нету Blizzard. Вообще нет. Да, Blizzard, Blizzard есть, но молнии нету. Ну, Blizzard можно прихилить. Ну да. А у меня нету ни Blizzard, ни молнии. Ну, то пусть там просто стоят. Так они там стоят? А что они туда падают? А может, я их убили? Только непонятно кто, блядь. Так же хуй следишь, ты в это время не смотришь, кто куда бегает. Да, да. Это просто видос надо записывать, чтобы не ПКПшку создавать. Но это... я не справлюсь. Поэтому... Да потом, типа, кто-то запишет видос, скинет нам. Видос. Подождите, а что по миликам? Пирекс, Кимсик, вас чем убило, скажите? Луч, так у тебя под луч должна быть зеленка. Кимсик, ты не отходишь на мол... от молнии на полу, тебе некуда отходить. Там в какой-то момент мне ваншотит. Только в конце ваншотит, и там в конце я буду давать сокру, если что. Никто вообще не отходит с меток, кроме РДДшников. Милики стоят постоянно в метке, танки стоят постоянно в метке, РДДшники только отходят, адекватно отходят. Слушайте, я вот заметил, когда стоял там в квадратике вместе с протестом, он, чтобы спину дамажить, он начинает из метки выходить. И на первом трае он положил сразу и крестик. Ну, еще раз так сделаешь, КПшку получишь. Не, понимаю, но он урона тогда не будет наносить, потому что босс криво. Да, и похуй на его урон, он ты чё, блядь, ебанулся, он четверых положил, троих. Ой, какой у него урон должен быть, чтобы он мог... спокойно уложить троих. С метки вообще двигаться и нельзя. Так. Желательно еще стоять чуть-чуть подальше. Ну, типа, не прям в центре метки, а к концу. Ну, откуда достаете. Первый трай протест. Ты вообще бегал, блядь, с крестика по... до самого квадратика. Туда-сюда не мог места себе найти. И потом тебе не повезло, и молния полетела, и ты просто убил, блядь, две метки почти. Ну что, ребят, со следующего сейчас трая, сейчас ГПшки летят. Все, давай, Кубок. На тебе слежение за этими врагами. Все, пацаны. Я диссидентом буду, ребят. Да кто пыльнул? Подождите, Мишка не готов. Все, я пошел. Дезертир. Мы ее убили или она разлетелась? Неважно. Два КД не выбили Торима, уже все забыли. Так, погоди, престы теперь в черепе торчат? Или так? Нет, же? Никакой не череп, то же самое, все, ни, ничего не меняем. Понял. Просто не косячим. Налево. Нормальные пацаны налево не ходят. ГП Горлюку. Нет, просто поддерживаю. Тогда все, стопните флут. Давайте сейчас запьем потом. Можно с меня моба снять в комнате, пожалуйста? Направо. Стоп флут. Направо все. Тише. Печеньки побудили. Это второй завоеватель? Угу. Или третий? Второй. Луна. Не отступать! Уничтожить их! О, вот он третий вышел.
Не слейте завоевателя. Убарник, попадите. Бомбик тоже. Побудителей много, в них играем фокусом. Диспел. Сбивают. Спускаем. Трэш играем. Трэша много. Прохил луны, пожалуйста. Трэш залили. С молнией аккуратно. Ну кто стоит в молнии вот? Посу. Посу ставим. Метки заберите. Луна. Бутер. Сапрот пошел умом. Гера. По своим меткам рейндж 12. Протест БР идеального. Идеальный станешь по команде. Блять, сбивает. Сапрот. Вставай, идеальный. Фулл рыбав по друидам, приста. Ну заберешь его, резко. Резнул. Не вставай. Че? Вставай, идеальный. Убегай быстрее, вставай. Да, вымер ему. Все, забери с меня, босс. Скай тотем на ману, неутомимый гимн. Убежали от трусов. Дон, ты мертвый, ты следи за всем по чуть-чуть. Есть еще один БР. В Донта давай. Донт, встанешь после цепной молнии от Тарима. Он на противоположную, я не достану. А, да-да, не надо, все. Сейчас можешь повернуть? Не, у него нет. Все. Дамажем. Хорошо, все. Печенька, отходите. Ты хоть знаешь, что значит драка? Ты обратно забрал? Да я сорвал агро, походу. Я подержу, мне нормально. Диспел дайте. Ребят. Стенки. Не дали. На хп отдал, там каплю зарядишь. Давай. Ты хоть знаешь, что значит драка? Вставать не. Нет. Ну мне СС. Дубовую одна. Тогда вставай на СС. Все, в принципе, додержу. Все, вставай. Ради 300 тысяч. Просто бьем. Прожимаемся все, никто не умирает. Отлично. Все часов закончили. Ну еще хотя бы Мимирона. Только полутайте, не забудьте этот квест у кого там. Чтобы я мог перестать приходить на уголон. Ты что, охуел? Звучит как план, нет? Ты нам нужен. Да, Мимирон, сейчас убьем. Вы должны победить.
Я на мимике ХМ не был. Опача. Хуета. Что комбат висит. А кто меня убил? Две шматки на фонта, охуеть. ГЦ Дант. ГЦ. А ну сколько ачивок? Много людей не было? Ого, много. Я бы сказал, да хуя. Восемь новых человек. Ну понятно, почему у нас типа были вопросы. Некоторые... Босс, тебе сильно нужен арбалет? Уступишь конту? И вы спрашиваете, бегает до них, давай. Что, Мимирона или Фрею? Да погнали Мимирона, наверное. Дон, что а у тебя? Не, не. А что не Фрею? Давайте Фрею. Со Фрею идем. Ну я же не знаю, что Дон-то по времени. Что, ну, ну на полчаса задержусь. Ну окей, давай. Вы как, вытягиваете моба притяжками или что делаете? Не-не-не, просто бан ему. Баните? Давай, Кубок, бань. Нет, Дон, за 39 арбалет 150. Или 200 даже. Это шмотка, это ж не вапан для него. Ну, все равно, это пушка считается. Ну, типа, пускай там не двуручка, но типа это. Он же типа не соло на нее, это не 50 точно. Для ханта, наверное, считается, а для вара не считается. Ну, смотрите, это а мы начали, важно. Кстати, ребят. Не, ну сотку-то этот точно согласен, потому что он не. Не-не-не, ну типа. 39 шмотки это 150. А, он 226 взял. А, ну да. А, ну да, 39 шмотка 150. Да. Диспельте там всякое противное. Ну, я соло думаю по танчу, если вы будете нормально кикать косты. А у нас совухов нету, да, я так понимаю? Есть, ну, сова он, есть, но он, но он в медведе, да. Давайте бан. Я лечу. А я так это на одну токену забил, по одному нужен токен кому-нибудь. Вот так вот. Либо так, хоть что-нибудь киньте. Если надо. Ну хочешь, я его поменяю и распылю. Хочу. И мне кристалл, да? Ну да. Не, я в ГБ могу положить. Да, ложи в ГБ, у меня просесть тот в ГБ. Не, ну рост, ты же у тебя есть энчант? Можешь то же самое сделать. У меня... А, у меня на сове есть такой энчант. Не, ну ты шмотку ты не поменяешь. Или можно менять, знаешь, когда не твоя шмотка, но ее взять можно, типа. Кто знает. Кто пробовал. Венда, у Венда, таким не занимался. Нет, нельзя. А ты просто в Вендоре не видишь этих шмоток, что. А, ну все, ГГ. Не, чисто надо тем отдавать, чтобы они продали, и потом тебе 5 голды дали. Не, ну там камень, блядь. Почему 5? Пускай 15 дают. А, ну в смысле, я перепутал, я думал, это сами токены продают. Диспельтрейд, ребята. Алло. Бля, вы слакеры. Минус 8, нормально. А, давай, Дон, заполни тро. Давай, тро. Давай, Дон, смотри. Не прок ничего. Демоническая сила, блин. Окей. Okay. Давайте этот печеньку накажите. О, там это. Кому обмен на печеньку дать? Кто там по паладину скинул? Дон, ты? Никому не надо, просто убежать. Хотя не. Ой. Ладно, потом. Да, да, потом он дам. Потом он дам. Я тебе потом целую пачку всего скину. Блин, ты, ты сам напросился. А, да я не про это говорил. Я про токен говорил, распылить. А этот кинжал нужен кому, не?
Может, тоже можно распилить? Да, банки, банки, печенька. Понял. Я пылю, ребят. Всё. Смотри, два будет. Блин, почти. Почти. А, нет, это не все. Погоди. Подожди, подожди. Ага. Короче, это надолго. Давай мы этот можем чуть подойти, я буду лить ауешкой. Пошли. Все, давай меняй. А чё вот у Холипала у одного есть сакра, а у второго нету? Ну, или у него спек есть? Жмощный дев. Он, наверное, перекинулся перед этим. Да запа даже никто не взял, чё? Это вообще не Кубов, ты не тем занимаешься. А, да? Ну, блин, тут попросили. Дон, ты забрал этот Кубоба, а нужно, чтобы он давал баны. Так тут еще три лока в рейде. Ничего. Ну я ж тебя назначал. Лок не считается. Прошу прощения. Так, врать и все. А, еще штуки есть. Этих двоих не бьете? Побьем всех. Тут у Донта собака есть неадекватная. Это он типа так же, он вроде бы лок, но быша и сдох. Смотри, как прокать точит, хорошо. Нормально тут, ребята, 22 камня. Скинешь на Настю кису, я сделаю этот себе масло. Ну все, я Донту отдал. Так я Донту сказал. Это ГП, ребят. Да смысл. А масло можно передавать там людям там все? Да. Не, только мне можно. Да, ну, она по 500 голды на аукционе. Нужно как бы, наверное, масло делать такое. Не, ну, 5 часов, считаю, за 500 голды это не так. Диспел рейд, сокрус дайте. Прохильте. Ну, понятно. А как вы так? Чё вы, не умеете бить точечно? Срываете, душите танков? Да не, ну как раз этого мобай надо убить. Главное, на пульщики падает. Так я умер не от агро. Ну да, не заспалили. Ну а потому что он дыхнул в рейд, он не должен дышать в рейд. Нет, не должен. Ну чё, давайте, я в соло потанчу, правильно? Ну пробуй. Ваш-то раздайте. Сейчас ещё рыбку поставлю. Только нахуливайте адекватно, Дон, спиндью дай. Ну, посмотрим. И давайте, кто там какие косты кикает? Я в улицу перезахожу. Босс, кикаешь грозовому, Кимсик, кикаешь водному. Водному. Дальше, Дуат тоже грозовому, и Пайрекс водному. И Айнен тоже грозовому. Кубок, это анрол. Все правильно, я говорил уже вам в каком-то рейде, что поврежденки анрол, потому что мне их лень лутать. Да просто забери себе хоть. Я себе забрал. Я на ДК-шку скинул. Мне все равно кто-то накрыл. Токи ты просишь сделать. Не, нормально все. Ничего не имеем против. Смотрите, ребят. Огирки. А, раз ты назначил, кто кому кикает? Да. Все хорошо. Надеюсь, все слушали и запомнили, потому что, ну, я повторить не смогу. Крест магу, МК. Я сбоку, тут сижу.